Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Перед вами две реанимашки. Одна из них бывшая, которая давно уже не реанимашка. И вторая — это у нас еще реанимашка, покамест. Это у меня взрослое растение шоколадка. Может, кто помнит, в прошлом году я ее снимала. Она действительно приехала к нам очень пышным, здоровым, огромным растением. Это считается, грубо говоря, грандифлора уже, потому что у нее цветы были где-то 13, а то даже до 14. Действительно очень крупные, здоровые такие. Прям я заставочку поставлю, несколько фотографий для примера, как она цвела, какая она приехала, пышная красавица. И позже, учетом того, что мы многие эксперименты на ней проводили и чуть растение не потеряли, она потом немножко в цветочке измельчала, где-то, ну, тоже практически там 9-10 сантиметров бутончик был, цветочек. И более рельефный такой узор пошел, уже выдавленный такой, прям красивый, и более темный, выразительный стал. С ней была беда. Во-первых, был очень сильно потерян тургор, особенно нижних листов. Может быть, кто помнит, я периодически показывала ее то там, то сам в видео, то в общих. Вот я что-то искала, не нашла. У меня там всего в плейлисте три видео. И вот эти вот два нижних листа еще были такими вяленькими тряпочками. Насколько вы видите, уже они такие упругенькие, сами вот почти над горшочком висят. Он практически уже не держится над горшочком, но немножко уже опустились. То, что белое, это мы фунгицидом промазываем. И шикарный бордо сейчас, вы все видите, да, я укутываю марлечками. Вот давайте вернемся к этим марлечкам. И вот этим способом я восстановила тургор вот шоколадки, вот этой вот взрослому растению. И так как меня сегодня девочка спрашивала по поводу этих марлечек, как их укутывать, как долго, как чего, что, объясняю. Вот этому растению уже я реанимировала целый год. То есть наблюдала, смотрела, ждала корешков, листиков. Каждый листик укутывала каждый день. Утром пошла, марлечку намочила, укутала и до вечера. То есть можно даже и до ночи, пока не высохнет уже до хрустящей корочки. Эта марлечка утром опять смачивала и опять укутывала. То есть в каком процессе это было? Дело в том, что у многих девочек это спорный вопрос, и у каждого по-разному тургор восстанавливается. Как тургор, так и корни наращиваются. Результаты бывают от 2 недель и до вплоть полугода. Этими марлечками надо укутывать сами листья. Так как в воде я пыталась реанимировать вверх ногами, вот так вот
листиками в воде, то листья гниют, особенно если они повреждены, где-то там порезы, там точечки, тяточки, все, лист будет желтеть и гнить. Там, сколько не вырезаю, может очень быстро распространяться эта желтизна, может гораздо быстрее убить растение, чем нежели его восстановить. Мне понравился вот этот метод укутывания марлечек. И шоколадку я начала, она у меня попала еще в прошлом году весной. Точно месяц не помню, но где-то был уже было тепленько. Уже где-то был май месяц. Вот. Сегодня у нас 19 марта 2018 года. И вот практически почти год мы наблюдали за ней, смотрели. И я уже могу с уверенностью сказать, что она действительно восстановилась. И с ней уже все в порядке. Единственное, что здесь субстрат очень сильно слежался. И я сейчас хочу просто ее пересадить. Видите, это уже даже по цвету лист. Такой желтоватый уже такой. Ну, он не мягкий, он тверденький, такой плотненький, уверенный. Вот по структуре, видите, да? Он как пластмасска, вот. То есть он не вялый, ничего. И тут так же самое. Вот это старые листы, еще годичной давности, как говорится. Я пыталась восстановить тургор. И были такие рельефы, тут вмятинки были на обратной стороне. Ну, в общем, сейчас, к сожалению, не увидите, потому что я тут промазывала фунгицидами. Вот. Ну, уже этих вмятинок практически не осталось на обратной стороне. И вот этот новый лист она уже дорастила. Вот этот новый. Вот. И пазух внутри, центр, точка роста, тоже, как обещается быть, вроде там, может, в скором времени еще один листочек даст. Также она в пазухе листа дала корешок. Видите? Вот. Если кому видно. Вот он корешочек. Ну и помимо этого еще тут тоже есть корешки. Вот, я уверена, что и здесь тоже есть корешки. Поверху, она в основном поверху пускает эти корешки, так как субстрат очень сильно слеженный. Вот, и она просто уже туда не хочет лезть этими корешками. Просто видно, субстрат уже не нравится, и я хочу его поменять и пересадить. Что касается шикарного бордо, вот я тряпочками, марлечками укутываю, но при этом я еще подставляю сюда так, у меня из-под удобрения баночки, для того, чтобы выровнялись и до самых кончиков листики питались. Той же влагой и увлажняю. Процесс этот не быстрый. Шикарный бордо у меня попал в реанимашки где-то в ноябре. Вот и считайте, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, уже 5 месяцев. Он только дал 3-4 корешка, где-то, может, 0,5 миллиметров. Вот, то есть еще до сантиметра даже не дошел. И уже в пазухе, внутри, в центре, он дал новый листик. Вот если видно, он дал новый листик. Шикарные результаты, мне очень нравится этот метод. Вот, Аллочка, ты меня спрашивала, да, вот сейчас я пытаюсь по максимуму рассказать, как это все происходит. В принципе, результаты, я же говорю, что могут еще и на второй неделе произойти. Вот. Что касается шоколадки, я ее восстанавливала в таком горшке с дренажными отверстиями, то есть никакой закрытой системы я не делала, то есть в такой же системе он и сидел, просто укутывала марлечками листики, и все. То есть и результат пошел, не заставил себя долго ждать. Но для того, чтобы она окрепла, для того, чтобы уже убедиться основательно и окончательно, что действительно она восстановилась, то мы в течение этого всего практически года наблюдали и смотрели, вот, не потеряется ли листик, да, там, не потеряет ли она опять тургор, вот, будут ли корешки или нет, и куда они направляются. То есть все это со временем, это надо наблюдение иметь и на своем опыте, как говорится, набираться опыта и практики. Естественно, без практики, куда? Без практики. Теория есть теория, то, что написано, это да. И по поводу торфяного горшочка, Аллочка, то, что вы меня спрашивали. Если он у вас есть, лучше избавиться от него. И корешки можете наращивать в любой системе, как в дренажных отверстиях, так и в закрытой системе. Но закрытая система, если для вас тоже новшество, как говорится, да, ноу-хау, тоже про это у меня где-то есть видео, я, по-моему, снимала.
как сажать в закрытую систему растения. В принципе, ничего сложного. На дне дренаж, в прослойке идет кора сосновая с перемешкой древесного угля. Ну, я там пару брусочков кокосовых чипсов добавляла, чтобы дольше влагу сохраняла. И бывало, что я и забывала и водичку подливать, и мох смачивать. И наверху вот я азиатский мох ложила слоем. И вот так вот укутывала шейку. Видите, какие результаты уже. Вот корешки у нас. Корешки у нас действительно уже жирнючие, хорошие. Вот. Там два, тут три. Так, тут у меня укутано. И вот уже даже практически вот... Сейчас я уберу эту надпись и покажу. Я просто хочу сегодня еще успеть показать пересадку шоколадки. Вот видите корешки, Алочка. Вот они есть. И многие вот кричат, вот не надо закрытую систему применять, реанимашку, вы просто убьете. Нет. Вот результат в закрытой системе. И у меня в закрытой системе уже много так восстановилось растений. Я очень довольна. Действительно, система очень хороша для реанимации. Ну, опять же таки, Алочка, предоставьте мне, пожалуйста, фотографии для того, чтобы я могла еще поподробнее рассмотреть. И в дальнейшем просто рассказать уже в письменной форме, как вам дальше действовать, и наблюдать и работать, как восстанавливать растения. Потому что словами не всегда понимаешь, о чем идет речь, и не видишь растения, что с ним дальше делать. Ну, вот по поводу шикарного бордо, вы результаты увидели, тряпочки мы укутываем, да, вот я сейчас хотя бы один листик освобожу, просто покажу, какой был листик на шоколадке и какой он сейчас стал. Вот я просто развернула, посмотрите, он просто тупо тряпочка. Просто, вот видите, вот эти вот вмятины идут, ну, пожмяканный листочек, что тут говорить, то есть, и он уже как тряпочка, видите, вот, гнется в разные стороны, вот что хотите, то с ними делайте. Вот, что нельзя уже сказать о шоколадке, у нее точно такие же были вялые листья, точно такие же уже тряпочки были, вот. То есть метод работает, метод хорош. Я могу посоветовать со 100% уверенностью сказать, что результат будет и не заставит себя долго ждать. Просто это надо регулярно, дотошно. Утром встал, промочил водичкой. Можете янтарную кислоту добавить, можете водичку добавить НБ-101, какой-то укоренитель, неважно. То есть это можно периодически даже менять. Там, раз с янтарной кислотой, раз с укоренителем. Вот, можете просто чистой водой, чтобы, если вы переживаете, там, есть ранки где-то, зажелтеет, погниет или еще и так далее. То есть, в принципе, как говорится, вот, в принципе, все, что я хотела сказать, что касается марлечек. Многие интересуются этим методом, и метод действительно очень хороший. Ну, а в закрытой системе вообще результат просто сумасшедший. Действительно, вот сколько уже в ноябре я пыталась его пересадить, опять же, в дренажный вот эти вот горшочек с дренажными отверстиями, классическую систему. Там дело с реанимашкой не пошло, что касается шикарного бордо. Там он не захотел восстанавливаться и не было результатов, как я хотела. Тут результаты пошли немножко быстрее. Вот, надеюсь, вы знаете, что такое закрытая система и как с ней работать. Если нет, попытаюсь уже подробнее объяснить, ну, либо уже в следующем видео, либо уже в письменной форме в ЛС, да, вот, в личку перейдем и там перепишемся, и я все уже расскажу, объясню, покажу. Ну, а сегодня я хочу перейти к нашей шоколадке, вот, и я хочу просто вытащить ее из горшка и посмотреть, насколько же у нас уже шикарные корни или не шикарные. Вот. Ну, то, что они внутрь уже идти не хотят, это понятное дело. Там действительно субстрат полностью весь слежался. Если будет видно вот сейчас. Горшочек даже немножко запотел. Мы вчера только поливались. Вот. И, наверное, сегодня я не буду ее сильно так мочить. Вот. И сейчас хочу посмотреть корешки. На дне корешков у нас еще пока нет. Но там уже практически внизу я видела где-то корешочек. Почти дошел до дна горшочка. И вот я хочу сейчас ее вытрусить. Не хочет она вылазить. Так, она где-то приклеилась, наверное, корешком.
Или так субстрат слежался, что она ее держит. О, достала. Да, вот насколько уже слежался, видите, субстрат, что уже просто как земля. Просто как земля. Ой, какие у нас корешки тут хорошие. И вот этот старый-старый ствол уже просто вот сейчас я ее освобожу от этого субстрата слеженного. Действительно, очень сильно слеженный субстрат, прям аж прилипший. Если кому видно, субстрат аж прям прилипший весь. И вот как земля, честно. Уже настолько спрессовался, кора уже просто разложилась. Уже вот вообще ее не чувствуется, не видно и не слышно этой коры. Ну и вот эти вот старые ниточки, видите, я тоже их не убирала специально. Как опору использовала. Вот. То есть, ну, с ней была, конечно, очень плачевная ситуация. Она и корней много, практически все потеряла корни. Вот она новые нарастила, видите. Вот. Немного, но они есть. И вот этот корешок, который я видела почти внизу горшочка. Ну, сейчас я это все почищу, все старое, все сниму, вот это все гнилье. Вот, очищу. Все ненужное и уже буду сажать непосредственно в другой горшок, в этот же горшочек, но так, и вот у нас старый цветонос, видите? Вот старый сухой цветонос. Может, он сам уже отпадет. Да, он уже сам отпал. Вот. Ну, все. У нас вообще картина замечательная. Ну, это вот, по крайней мере, лучше, чем было тогда, когда я ее до этого садила. Там корней не было вообще. Все было потеряно, изгнившее. Вот. Ну, сейчас перейду. Сильно замачивать не буду. Сполосну корешки. Вот. И уже приступлю к посадке. Меня муж сегодня спрашивал, говорит, может этот лист снять, потому что она в пазухе корешок выпустила. В принципе, и можно было бы, но я лучше оставлю. Почему? Потому что за счет этих листов она будет питаться, еще питаться и питаться. Вот. Сейчас я, если лист сниму, даже вот корням не за что будет потом питаться. Все, я сейчас это все уберу, старье все повыкидываю, помою горшочек, все приготовлю и будем пересадкой заниматься. Ой, посмотрите, у нас новый корешочек, вот маленький, видите, пымпочка, она проснулась, пробудилась, я ее сейчас чуть-чуть помыла, вот, немножко освободила от грязи, вот у нас шейка. Вот этот черный, вот эти корешки я не буду срезать. Они наполовину рабочие, наполовину старые. Вот. Ну, новых корешков тут более чем достаточно, видите. То есть результат тоже не заставил себя долго ждать. Вот. Ну, как не заставил себя долго ждать? Понятное дело, в течение года вот это мы постарались нарастить. И так как субстрат очень был старый и слеженный, теперь понятно, почему она растила корни только поверху горшка, видите? Вниз не хотела идти. Вот один единственный корешок, вот желтенький, пошел внутрь. И вот этот вот один тоже решил все-таки проявить героизм и пойти уже внутрь горшка. Пытался, видите, пытался все-таки. Они вниз все-таки пытались направляться, несмотря ни на что. Вот этот старый стволик я оставлю. Извините. Я прошу прощения, кашляю. Замучал немножечко. Вот. То есть, в принципе, вот такая вот у нас картина. Видите? Желтые корешки, это просто корешки не видели света. Вот. Немножечко, может быть, там удобрение где-то
пожелтевшие. Но это ничего страшного, они свет когда увидят, позеленеют, все будет нормально. Меня обрадовало то, что тут, вот видите, один корешочек маленький, он пымпочка, видите. И в пазухе листа тоже. То есть растения в активном росте, что касается корешков, они в активном росте. Старый стволик уже, в принципе, с ним можно ничего не делать. Обрезать я его не буду, то как есть, так и есть. Вот эти вот ниточки тоже я оставлю, они будут просто лучше закреплены, как опора будут служить для нее. Вот. И новый листик, конечно же, он очень потрясающий, мне он очень нравится. Вот. Она его доращивает, тоже листик в активном росте. И такой твердый, уверенный и плотненький. Тургор не теряет. По-моему, даже еще один пытается листик дать. Или мне кажется. Да нет, не кажется там. Ну, там настолько вот такой тоненький такой прорезик. Так, это практически все, что я отрезала. Это старый цветоносик был. Вот. Я отрезала. И вот, ну, два таких вот кончика было. Вот на кончике корня, видите, вот корень, и вот этот кончик, вот он, был сгнивший. Я срезала до живого, вот просто. Ну и чуть-чуть сейчас обработаю перекисью. Вот, хотя, в принципе, можно просто чуть-чуть подсушить после обработки, чтобы оно полежало, просохло. И также я уже приготовила горшочек, помыла. Вот. Спасибо мужу, он мне помогает активно, принимает участие в этом всем. Вот я приготовила крупную фракцию коры, вот, очень крупную. На удивление я купила, вот, ну, брусочки идут где-то 4-5 сантиметров. Где 4-5, где-то вот толстый, вот глянь, вообще, гляньте. Вот, есть такие чуть-чуть поплоские, более плоские, но еще более длиннее такие вот. Очень красивые, классные, они свеженькие. Я ничем не обрабатывала. Вот. Я не задаюсь такой целью никогда. То есть, для чего мне служит вот эта кора, вот эти бруски. Я их использую как дренаж на дне горшка. Помимо того, что тут еще дно выдавленное, да, такое впавшее туда в горшочек. Я еще ее использую как дренаж. Но у меня вот со старого остались брусочки. Я еще хочу их использовать. Они довольно-таки хорошие и уже прошли практически годичную обработку всех поливов и всего остального. Я просто на дно как дренаж просто кидаю вот так вот. Таким слоем. Вот. Ну и могу еще чуть-чуть добавить пару брусочков новых. Вот. Таких свеженьких. Хорошо, еще вот так парочку. Да? Вот еще кусочек. Ну и такой подъемчик делаю где-то на... Учитывая то, что корни не слишком масса большая для такого растения, хоть оно и взрослое. Вот, по-моему, все. Пока есть. Думаю, этого хватит. Вот таким слоем я ложу на дно горшка, типа дренажа. Вот. Ну, все остальное я использую это в перемешку. Сосновая кора. Правда, тут мелкая фракция. Вот. Ну, даже не мелкая, а такой средний. В перемешку. Да, в перемешку идет вот. Если будет видно, в перемешку. Тут и уголь есть чуть-чуть, и мха кусочки есть. Ну, я мох еще буду добавлять азиатский, мой любимый. И также кокосовые чипсы. Прежде чем посадить кокосовые чипсы, я немножечко размочу. Так как у меня в понедельник был полив. Вот. И я уже просто во влажную вот кору, да, и кокосовые чипсы сейчас размочу. И все это уже... Во влажный субстрат буду садить. И в течение недели он будет просыхать. То есть это будет как уже одновременно и посадка, и полив два в одном. Вот. В принципе, мне так легко, ну, легче работать. И потом лучше наблюдать за растением.
то есть в течение недели уже будет оно якобы полито. Вот, кокосовые чипсы я уже эксперимент проводила, они долго держат очень влагу в себе, очень долго высыхают. Вот, брусочки такие вот бывают, ну, может быть, это мелковатые. Вот, где-то вот, вот такие брусочки, это, ну, сантиметр, сантиметровой фракции такой, это мелковато. Конечно, встречаются и более крупные там бруски такие, прям целая лушпайка от кокосового этого, от кокоса самого. Так, ну что-то я уже заговорилась, и древесный уголь я уже подготовила разбитый, вот, древесный уголь. Без него ни одна посадка у нас не обходится, как всегда. Сейчас я немножко промочу кокосовые чипсы. За то время как раз подсохнет моя шоколадка. Вот, наконец-то мы добрались до пересадки. Я уже давно на нее глаз положила. Думаю, надо ее все-таки пересадить. И вот как раз случился тот момент. Осталось у меня совсем немножко времени. И сейчас буду завершать уже окончательную посадку. Ну вот, я уже размочила кокосовые чипсы. Сейчас я буду прослойками просто кидать. Чуть-чуть жминку там, жминку сям. Вот. Кстати, забыла сказать. В прослойке я уже положила кусочки древесного угля. Вот. Сейчас немножко подбавлю еще коры. Вот так. И все так в перемешку. Слой того, слой сего. И очень даже замечательно будет все. Так, не забываем про древесный уголь укладывать слоями. Вот. Слой того, слой сего, как я говорил. Вот. И еще кокосовые чипсы. Можно даже слегка вот так отжать, потому что они очень много берут в себя влаги. Вот. Так, а что-то я вот увлеклась и даже не примерила шоколадку. Что это мы так проскакали? Проскакали мимо шоколадки. Вот. Я углубление подготовила ей, и сейчас попробую ее вот так аккуратненько углубить. Вот такие раскорячистые корешки. Даже не представляю, как я сейчас ее засуну туда. О! Она практически сама и села туда. Только обязательно под саму шейку надо положить древесный уголь. Обязательно. Вот, я уже положила. Все определила, только корни почему-то внизу. Вверху остались. Ну, я надеюсь, вам все видно. Брусочки древесного угля я не забывала подкладывать. Если есть возможность, можно чуть-чуть слегка принудительно заставить направить корешки вовнутрь горшочка, но так, чтобы они не хрустили и не ломались. Это будет очень чревато даже. Если сильно надавить, они хрустнут, и все. И потом все наши старания будут напрасны. Вот. Сейчас еще подбавлю чуть-чуть кокосовых чипсов. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Вот. Ну, это что касается моей посадки, что касается, как я применяю кору, чипсы и так далее. Вот. Также я размочу азиатский мох сейчас и просто сверху уже укутаю. Вот обязательно еще брусочек, наверное, здесь подбавлю где-нибудь. Сейчас. Настолько разлапистое растение. Не доберешься ни там, ни сям. Наверное, еще с этой стороны придется положить, с этой. Что с другой стороны, оно не хочет.
никак не хочет туда залазить этот корешок. О, направила. Превосходненько. Очень даже превосходно. Так, ну и сейчас я не знаю, видно вам или нет, вот так поближе, да? Можно вот так. Сейчас пару брусочков еще тут зафиксирую корешок. Вот. Ну и до конца, чтобы еще пока не укутать. Вот как-то так внутри все это выглядит. Сильно я не спрессовываю, не утрамбовываю. Большие бруски у меня лежат в прослойке вместе с кокосовыми чипсами. Вот, и со всем остальным. Ну, я старалась, конечно, растение выровнять более-менее, чтобы оно ровненько сидело в горшочке. Но тут просто такой упертый корешочек, такой упругий, что я его боюсь просто сломать. А нам этого абсолютно не нужно. Так. Извините, маленькая заминочка. Придется мне прерваться, уже завершить процесс посадки без вас. Я так подозреваю. Все, направили мы все корешки. Так, я постаралась уложить корешки так, чтобы хотя бы с краю горшочка были видны и можно было за ними наблюдать. Видите? Также у меня, ну, видно, да, большие бруски коры. Вот корешочек тоже виден. Уже у нас мох не мешает, который был старенький, рос. Ну и вот тут тоже местами корешки поверху горшочка. Я уже размочила азиатский мох. Сейчас просто поверху укутаю слоем небольшим. И все, на этом наша посадочка закончена. Завершена, скажем так. Вот. Поскольку у нас там проснулись корешки, я хочу сейчас их немножечко так прикрыть именно мхом на время, для того, чтобы они чуть-чуть больше поактивничали там, поработали, подросли. Вот, и будем наблюдать. Вот, я думаю, что все будет в порядке у нас. Меня азиатский мох часто выручал, он часто помогал в развитии корешков и очень даже хорошо влияет на развитие корней. Вот, мне очень нравится такая посадка. Вот, так, еще чуть-чуть, еще немножечко, еще добавим. Я вот так уплотняю, все укутываю, поскольку там были большие еще такие, как пробелы между корешками, очень такие большие пустоты оставались для того, чтобы дышали корешки и была свобода действия, куда расти, куда направляться. Это тоже немаловажный фактор, вот, для корешков. Там есть и древесный уголь, и сейчас мхом я укутала. В общем, в принципе, посадка у меня завершена. Вот. Кому посадка понравилась, кому я ответила на все ваши вопросы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео. С вами была Сытник Нуна и мой канал Floral Green.